Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем цикл вебинаров, который проводим совместно с Ассоциацией врачей первичного звена Сирано. Кафедра неонатологии имени профессора Гаврюшова подготовила целый пакет коротких информационных сообщений, которые посвящены проблемам детей неонатального периода и первых месяцев жизни. Начнем с самых простых вопросов. Вопросы, которые обязательно должны сейчас быть освещены. Может быть, это вызовет в какой-то степени спор, дискуссию, но это и хорошо, поскольку, заострив внимание на этой проблеме, может быть, мы совместными усилиями сможем прийти к правильному решению. Итак, о чем пойдет речь? Речь пойдет о том, что стереотипом нередко, даже не задумываясь на эту тему, стереотипом проходит такой термин, как конъюгационная желтуха. Вот все, что не связано с желтухами, обусловлено гемолитической болезнью, по резус-конфликту, либо по АБ0-конфликту, мы пытаемся объяснить термином конъюгационная. Коллеги, ответьте, пожалуйста, на вопрос, какие критерии лежат в основе того, чтобы мы сказали, что это желтуха конъюгационная? Сможете ответить на этот вопрос? Ну, давайте попытаемся задать еще один вопрос. Затяжная желтуха. Вы сможете мне сейчас ответить на вопрос, в каких случаях мы говорим о затяжной желтухе? Так вот, мы провоцируем вас на то, чтобы вы перестали использовать эти термины до тех пор, пока вы не вспомните критерии, на основании которых вы могли бы сделать такой вывод. И, увы, практика показывает, что это оказывается очень трудно. Если мы задаем вопрос, а это анонимное анкетирование тех врачей-педиатров, которые к нам приходят на циклы повышения квалификации, врачи-неонатологи, но больше здесь все-таки врачей-педиатров, в том числе и тех, которые наблюдают за детками с периода новорожденности, с первого года, с первых месяцев жизни. Что же мы видим? Что больше чем в половине случаев мы не получаем корректного ответа, когда мы имеем право говорить о конъюгационной желтухе. Затяжная желтуха. Почти 37% педиатров только могут сказать, что они вкладывают в это понятие. И вот это приводит нередко к диагностическим ошибкам. Совсем несколько примеров, которые я сейчас приведу, и в последующих наших разговорах мы тоже будем приводить клинические примеры. Посмотрите, пожалуйста, ребенок 7-х суток жизни переводится в отделение патологии новорожденных. Среди тех диагнозов, которые присутствуют при направлении, есть и конъюгационная желтуха. Обратите внимание на этого ребенка. Я вас очень прошу посмотреть на, если хотите, несвежие пеленки. Насыщенная моча. Это специально мы не убрали, сфотографировали. Очень насыщенная моча у ребенка 7-суточного. Обратите внимание на колорит икторичности, зеленоватый оттенок этой желтухи. Естественно, эта желтуха обусловлена прямой гипербилирубинемией. Больше чем половина из всего билирубина составляет прямой билирубин. Собственно, именно поэтому и такой оттенок кожи, именно такая икторичность слизистых. Именно поэтому моча темная у этого ребенка. Потому что здесь ни о каком варианте конъюгационной желтухи быть не может клинически. У ребенка нарушен отток желчи. У ребенка атрезия внепеченочных желчных ходов. Вот вам ответ на вопрос. Следующий очень важный вопрос. Когда мы пытались понять, какие критерии вкладываются в определение затяжной желтухи, мы услышали разные версии, временные версии, и практически ни разу нам не задали вопрос – это у доношенного или неудоношенного ребенка. Это у зрелого ребенка, либо неузрелого ребенка. Это у ребенка, который находится на грудном вскармливании, либо на искусственном. И самое главное, простите, а затяжная желтуха, а желтуха за счет чего? За счет прямого билирубина, либо за счет непрямого билирубина. Вот до тех пор, пока мы будем с вами путаться в этих терминах, лучше не использовать их. Лучше исходно определяться сразу, синдром желтухи за счет превышения уровня прямого билирубина,
либо непрямого билирубина. И для этого мы попытаемся с вами сейчас сразу определить те варианты вот этого клинического симптома эктеричности, желтухи, которые всегда должны рассматриваться как патологические. Всегда, когда мы говорим об этом, мы должны с вами четко представлять, что если желтуха клинически проявляется симптомами, которые характерны для прямой гипербилирубинемии, она всегда патологическая. Если желтуха развивается в первые сутки, либо появляется у доношенного ребенка к концу раннего неонатального периода, имеет волнообразное течение, ее надо рассматривать всегда как патологическую. Это всегда так, доктора. А раз она рассматривается как патологическая, и очень трудно сразу же установить диагноз, требуется как можно быстрее этого ребенка обследовать комплексно. Это возможно в большинстве случаев для детей такого возраста, чтобы не терять время в стационаре. Вот поэтому мы и просим вас все-таки понимать, о чем идет речь. Для этого придется вспомнить обмен билирубина. Отжившие свой срок эритроциты разрушаются внутриклеточно в макрофагах, и в результате этого гемоглобин, в конце концов, превращается в непрямой билирубин. Непрямой билирубин жирорастворимый, и для того, чтобы он свободно не циркулировал, он сразу же, как только выходит из макрофагов, связывается с альбумином. Альбумин доставляет непрямой билирубин в печень, где в гепатоцитах целая серия ферментативных превращений, в конце концов, непрямой билирубин превращает в прямой, благодаря тому, что он соединяется с глюкуроновой, с молекулами глюкуроновой кислоты. А вот прямой билирубин уже водорастворимый. Прямой билирубин выделяется вместе с желчью в кишечник. Кстати, именно благодаря этому прямому билирубину происходит окраска каловых масс. А поскольку он может всасываться из желудочно-кишечного тракта, из кишечника, и является водорастворимым, то он будет выделяться в том числе и через почки с мочой, определяя окраску мочи. Непрямой билирубин – жирорастворимый, прямой билирубин – водорастворимый. Именно это, коллеги, и определит клинические проявления. Вот давайте с вами представим, что нарушен отток желчи. Пока причины не обсуждаем, их очень много. Это может быть внутрипеченочный холестаз в силу различных, в том числе инфекционно-воспалительных поражений. Это может быть порог развития, это может быть компрессия со стороны других органов, нарушающая отток желчи и так далее, и так далее. Если нарушается отток желчи, то в результате этого не будет происходить окраски каловых масс. Вот вам, пожалуйста, ахолия. А поскольку прямой билирубин при этом накапливается в крови, он не выделяется через желчь, но печень его по-прежнему из непрямого синтезирует, он будет увеличивать свою концентрацию в кровотоке. Но ведь он водорастворимый, значит, он что? Будет выделяться через почки. Вот вам, пожалуйста, темная моча, которая при этом будет характерным признаком. Обесцвеченный стул, темная моча. Еще очень важный момент – сама желтуха. Окраска ее зеленоватым колоритом будет. В тех ситуациях, когда мы это с вами все оцениваем, нам очень важно обратить внимание клинически при первом обращении ребенка с этими симптомами на цвет кожи и слизистой, на колорит, на оттенок, на цвет кала и цвет мочи. И если ребенок не получал еще фототерапии, и у него цвет апельсиновый, шафрановый, лимонный, кстати, тоже очень важный момент, и чуть позже мы с вами это обсудим, при этом цвет мочи не меняется, цвет стула не меняется, то мы понимаем, что клинически этот синдром желтухи обусловлен повышением уровня непрямого билирубина. В тех же ситуациях, когда желтуха с зеленоватым колоритом, но только обратите внимание, что надо обязательно всегда делать здесь дополнительное определение, проводилась фототерапия или нет, поскольку после фототерапии даже при непрямой гипербилирубинемии желтуха может приобретать зеленоватый оттенок. Но при этом меняется цвет кала, он становится обесцвеченным,
и мочи, она становится темной, мы понимаем, что эта желтуха связана с увеличением уровня прямого билирубина. Для этих вариантов разные причины. Если для непрямой гипербилирубинемии это гемолиз, это гипоальбуминемия и, наконец, нарушение конъюгации, то для прямой гипербилирубинемии это различные состояния, нарушающие отток желчи. Гепатиты, пороки развития гепатобилиарной системы, редкие наследственные синдромы с внутрипеченочным холестазом и компрессионные синдромы, когда за счет патологически измененных других органов окружающих происходит нарушение оттока желчи. Это могут быть варианты опухоли, это могут быть порочные органы забрюшинные, это может быть порок развития поджелудочной железы. Все то, что будет нарушать отток желчи, приведет к нарушению, связанному с обесцвеченным стулом, с накоплением прямого билирубина в кровотоке и, значит, с выделением, так как прямой билирубин водорастворимый, его через мочу, моча станет темная и определит определенный колорит эктеричности зеленоватым оттенком. Вот, доктора, к чему мы с вами должны стремиться. Не к тому, что это конъюгационная желтуха, не к тому, что она затяжная или не затяжная, а к тому, что эта желтуха клинически обусловлена повышением уровня прямого либо непрямого билирубина. И тогда мы с вами сразу же можем вектор диагностического поиска направить в нужном направлении. В этой ситуации мы с вами обсудим в следующий раз все причины, связанные с повышением уровня непрямого билирубина и прямого билирубина. Спасибо большое. Пожалуйста, передавайте свои вопросы в электронном виде на адреса, которые представлены на нашем сайте. Мы постараемся в оперативном режиме на них ответить. Спасибо, до новых встреч!